На 10-й станции Большого Фонтана начались работы по восстановлению подземной канализации. Этот вопрос поднимался на совещании Одесского исполкома. Один из членов исполкома поднял вопрос о каких-то трубах, которые сегодня прокладываются на территории пляжа. Мэр дал четкое распоряжение остановить все работы, разобраться, кто это делает. Если нет никаких разрешительных документов, сиюминутно демонтировать это все и, конечно, наложить штрафные санкции. На месте нам удалось пообщаться с директором пляжа «Чайка». Он рассказал, что разрешение на ремонт у них есть, так как это плановые работы по смене труб, которые были повреждены в течение прошлого сезона. Все это согласовано, есть документы, есть наши договора с 2002 еще года с инфоксом на водопотребление, водоотведение, как бы есть канализация, на схеме это нанесено, как бы все, естественно, приходили вот соответствующие службы, и буквально 10 минут назад вот я предоставил все эти документы, все показал. Напомню, что в начале этого года коммунальщики уже находили подземную канализацию на территории этого пляжа. Тогда же выяснилось, что разрешения от городского совета не было. После этого трубы демонтировали и оставили на пляже. Игорь Исаенко, Владимир Ижич, телеканал «Репортер».